«Вести Дагестан». С главными событиями вторника, 31 октября. Информационный выпуск «Вести Дагестан». В студии Камила Макаева. Добрый вечер. Сегодня прошла 26-я сессия Народного собрания Республики. Парламентарии обсудили более 20 вопросов. Заседание начали с обсуждения недавних событий в столичном аэропорту. Заур Искандеров обратился к депутатам с просьбой быть рядом с народом, разъяснять политику страны и призывать молодежь к благоразумию, правопорядку и не поддаваться на провокации. В ходе работы основной повестки дня сессия внесла изменения, связанные с новшествами в федеральном законодательстве в ряде республиканских законов. Среди них законопроект о градостроительной деятельности и не только. Изменения претерпел еще один важный проект закона о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. События в Дагестане стали темой совещания, которое президент Владимир Путин провел с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств. Глава государства высказался не только о беспорядках в аэропорту Махачкалы, но и о российской спецоперации и о палестино-израильском конфликте на Ближнем Востоке. Подробности в репортаже Патима Сулеймановой. Украина и ее западные кураторы в лице США приняли участие в организации событий в Махачкале, уверен президент России Владимир Путин. Глава государства отметил, что Украина возвела на пьедестал почета нацистов, которые принимали участие в Холокосте, а теперь под руководством своих западных покровителей пытаются инспирировать погромы в России. События в Махачкале вчера вечером инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины. Руками агентуры западных спецслужб. Я хочу в этой связи задаться вопросом. Но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати говоря, это титульная нация в Дагестане. Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией. Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе. Напомним, вечером 29 октября в международный аэропорт Махачкалы ворвалась толпа людей. Беспорядки начались из-за рейса, прилетевшего из Израиля на фоне войны в секторе Газа. Погромщики прорвались и на взлетно-посадочную полосу. Управление Следственного комитета по Дагестану возбудило уголовное дело, квалифицировав события как массовые беспорядки. На следующий день сотрудники МВД установили более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы. 83 из них задержаны. Путин напомнил. Помочь Палестине и другим народам, которые пострадали от действий коллективного Запада, можно путем вступления в борьбу с теми, кто стоит за войной на Ближнем Востоке и в других регионах. Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте, под Донецком, Авдеевкой, на Днепре, я повторю, это наши солдаты и офицеры. И выбор настоящего мужчины, настоящего воина – взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями. Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа. Я хочу обратить внимание и глав всех регионов, руководителей правоохранительных органов и специальных служб на необходимость твердых, своевременных и четких действий по защите конституционного строя России, прав и свобод наших граждан, межнационального и межрелигиозного согласия. Работа аэропорта Махачкалы уже восстановлена. Ущерб от действий протестующих оценивается в несколько миллионов рублей. Как отмечают в руководстве республики, на сегодня намечено 50 рейсов. Услугами воздушной гавани воспользуются около 3000 пассажиров. События в аэропорту Махачкалы показали всем нам, каким негативным последствиям приводит проявление национализма. Сергей Миликов выступил с обращением к дагестанцам. Дорогие дагестанцы, события вчерашнего дня показали всем нам, каким негативным последствиям приводит проявление национализма, особенно вкупе с плохим знанием своей истории и стадными инстинктами. Тем более это не красит такой регион, как Дагестан, где живут сильные, благородные, гостеприимные люди, которые всегда были едины и дружны, не спрашивая, кто какой национальности, какой веры и взглядов придерживается. Наши народы вместе давали отпор внешнему врагу, поздравляли друг друга с праздниками и поддерживали сложные дни.
Но сегодня враги Дагестана и России решили действовать по старому принципу – разделяй и властвуй. Разжигать межнациональную рознь и настраивать представителей разных народов и конфессий друг против друга. Им это не удастся. Позиция России по палестино-израильскому конфликту остается неизменной с 1948 года. Мы поддерживаем идею создания государства Палестина, только на таких условиях будет достигнут мир на Ближнем Востоке. Об этом еще раз напомнил наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, встречаясь с представителями религиозных конфессий России. И сегодня все мы хотим остановить кровопролитие. Но стали ли мы ближе к этой цели хотя бы на шаг после вчерашних бесчинств? Нет. Мы наоборот будто откатились назад в своем развитии. На борту вчерашнего рейса было 9 детей, 7 из которых возвращались с лечения. Они в страхе прятались в самолете и еще долго не забудут пережитый ужас. Разве могли это сделать дагестанцы? Нет. Учинившие эти беспорядки маргиналы – это не дагестанский народ. Дагестанский народ знает, что такое честь. Настоящий дагестанец не обидит ни женщину, ни ребенка, защитит слабого, предложит кровь и воду страждущим. Мы сильны своими людьми, своим народом, традициями, адатами, которые бережно храним, передавая детям и внукам. Я вижу, как много среди вас тех, кто искренне осуждает вчерашнюю охоту на ведьм и стыдится того, что такое в нашей республике оказалось возможным. Своим поступком эти нелюди растоптали один из главных наших адатов – доброе отношение к гостю. Хочу напомнить, как относились горцы к своим кунакам. Гостю предназначалось самое лучшее, что есть в доме, а за его безопасность хозяин мог пожертвовать своей жизнью. Только тот, кто чтит эти заветы предков, может называть себя дагестанцем. Те же, кто вчера демонстрировал мракобесие, ксенофобию, недостойны этого гордого звания. На вражеских ресурсах эти дни распространялись воинственные призывы в отношении одного из наших коренных народов, горских евреев, которые живут в Дагестане уже много веков. Это такие же дагестанцы, как мы с вами. В нашу с ними общую культуру и историю они внесли неоценимый вклад. Это известные поэты, композиторы, деятели искусств. Хизгил Авшалумов, Сергей Изгияев, Лазарь Амиров, Шалуми Матаев, Танхо Израилов. Ущемлять права своих земляков мы никому не позволим. Любые подобные попытки будут жестоко пресекаться. Бесчинствующая толпа препятствовала вчера возвращению россиян домой, нарушая их конституционные права. Я напомню, Россия принимает всех своих граждан, откуда бы они ни возвращались. Горько осознавать, что те, кто вчера зверствовал в Махачкалинском аэропорту, вонзили нож в спину настоящих героев, участников СВО. Те, кто вчера плясал под дудку наших врагов, предали наших бойцов и память погибших военнослужащих. Предали они и президента страны Владимира Владимировича Путина, который по-особому тепло относится к Дагестану и рассчитывает на поддержку жителей республики даже в самые сложные времена. Вчерашние события – это не акция в поддержку Палестины и не противодействие проникновению в Дагестан мифических врагов. Это попытка расколоть российское общество. Но они выбрали не ту мишень для реализации своих планов. Дагестанцы дали отпор вооруженным до зубов международным террористам в 1998-1999 году. Достойно прошли через непростые для многих испытания нулевых. Как и тогда, Дагестан сегодня тоже выстоит, потому что силен своим народом, который любит свою родину и никому не позволит манипулировать собой. Такова позиция президента нашей страны и всех органов власти, в том числе федеральных. Дорогие дагестанцы, знаю, что вы, как и я, возмущены происшедшим. Мы вместе не позволим отдельным негодяям и мерзавцам разрушить устои, которые свято чтили наши предки. Дагестан сохранит приверженность традициям и никому не позволит их разрушить. Хочу еще раз обратиться к людям старшего поколения, лидерам общественного мнения. Удерживайте нашу молодежь от недостойных поступков. Ни к чему хорошему это их не приведет. А теперь несколько слов для тех, кто непосредственно участвовал во вчерашних бесчинствах. Если вы считаете, что не понесете заслуженного наказания, вы глубоко заблуждаетесь. Снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела. Допускаю, конечно, что в толпе оказались и случайные люди, которые пришли с искренними переживаниями о палестинцах. Поэтому в каждом случае будем разбираться индивидуально. Но каждый, кто вчера отличился, получит по заслугам. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль ход расследования
уголовного дела о массовых беспорядках в нашей республике. В Дагестане законность и порядок будут обеспечены в полной мере. Это я вам гарантирую. О событиях воскресной ночи Сергей Миликов поговорил в прямом эфире «Соловьев Лив» с журналистом и телеведущим Владимиром Соловьевым. Глава Дагестана отметил, что для большинства жителей республики произошедшее в аэропорту стало шоком. И даже в самые сложные времена во главе угла не стояли межнациональные отношения. Прежде чем ответить на вопрос, кто виноват, да, надо ответить на вопрос, кому это выгодно. Абсолютно правильно. Я надеюсь, что теперь становится понятным, кому была выгодна вот эта вот акция, вот эти массовые беспорядки. И заметьте скорость, с которой Запад подхватил, стал давать комментарии. События начаться не успели, как уже пошли с Запада осуждения. Еще не разобрались, как стали обвинять Россию в антисемитизме. То есть они знали, что, когда и где будет, и были к этому готовы. Я на самом деле считаю, что большое количество молодежи вот в эту воскресную акцию было вовлечено обманом, да, обманом. И действительно, это та молодежь, у которой есть серьезный, хороший потенциал для того, чтобы традиции мужества, влаги и совершения подвига не только народами Дагестана, но и всех кавказцев продолжить сегодня во благо нашей страны. А не участием акции во благо врагов нашей Родины. Подробное интервью Сергея Миликова Владимиру Соловьеву слушайте сразу после этого выпуска новостей. Сегодня Сергей Миликов встретился с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым и муфтием Дагестана Ахмадом Абдуллаевым. Обсуждались вопросы межконфессионального согласия и единства, взаимодействия с религиозными объединениями, в том числе в связи с событиями в Махачкалинском аэропорту. Вопросы межконфессионального согласия и единства обсуждались сегодня и на встрече Сергея Миликова с лидерами общественного мнения с участием СМИ. Продолжаем выпуск. Жители села Доходаевка вот уже 12 лет ждут открытия фельдшерско-акушерского пункта. Объект начали строить по федеральной программе развития сельских территорий. Но земельный вопрос превратил медпункт в долгострой. Теперь в причинах разбираются Народный фронт и правоохранительные органы. Из Кунтыркалинского района Хатима Несредова. Заржавевший замок, такие же двери от Абдулгамид Тайгибов, житель села Доходаевка, в первую очередь показывает котельную ФАПа, которую вот уже 12 лет власти не могут открыть. В 2011-м здание построили, но принять не смогли. Были проблемы с оформлением земли. Когда этот вопрос решился, оказалось, что качество медпункта не соответствующее. Если здесь открывалось бы, закрывалось бы, отопление все было бы, оно бы, наверное, так не сыпалось бы, например. Здесь нету, здесь, видите, сырое место внутри, окна закрыты, все закрыто. Пустующее здание начало разрушаться, осыпалась штукатурка, на стенах плесень, сыреет и все, что находится внутри. ФАП частично завезли мебель, провели необходимую коммуникацию, хотя воды здесь по-прежнему нет, но, что самое интересное, здесь установили пожарную сигнализацию. Но и электричества здесь тоже нет. Медпункт отрезали от газа и электроснабжения. Проблему невведенного в эксплуатацию ФАПа активисты Народного фронта поднимали много раз. Провели свое расследование. Подрядчики все известные люди, они находятся на этой же территории, все их знают. Ну, наверное, правоохранительным органам нужно разбираться с этим более тщательно, потому что налицо мы видим, что почти 8 миллионов потрачено, но это здание на момент 2011 год, мы понимаем, что цены были другие, очевидно, что здесь расходы были совершенно другие. Судьбу ФАПа долгостроя теперь решают правоохранительные органы. Собран поэтому весь материал, переданы в следственные органы. На данный момент расследование в рамках уголовного дела находится в конечной стадии. И в ближайшее время, неделя-две, материалы будут направлены в суд для принятия соответствующего решения. Другого медпункта в Доходаевке нет, поэтому пока идут разбирательства, за первой медицинской помощью жители села обращаются в Тухчарскую больницу, либо выезжают в Махачкалу. Это минимум 45 минут на машине. Капельцы ставить у нас некому, уколы делать у нас некому. Так, самоучки, мы сами себе как-то. Но с таким взрослым людям, пожилым взрослым инвалидом мы же не можем делать уколы. Был бы такой квалифицированный специалист. Рядышком, как было бы хорошо. Приезжают, будет, ждем.
На недостроенный ФАП, что расположен через дорогу, как на местную достопримечательность, приезжают посмотреть и снять журналисты и чиновники. Пока уголовное разбирательство по нему не завершится, сказать о том, когда у жителей Дахадаевки появится свой медпункт, никто не берется. Радио России. Дагестан. Погода. По сообщению Дагестанского гидрометцентра, в ближайшие сутки по районам республики ожидается без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 6-11 метров в секунду. Днем 9-14. Температура воздуха ночью 9-14. Днем 19-24 тепла. По горным районам ночью 3-8. Местами до 13 тепла. Днем 13-18. Местами плюс 23. В 13 часов в Махачкале температура воздуха была 19 градусов. В ближайшие сутки в столице ожидается без осадков. Ветер юго-восточный 3-5 метров в секунду, днем 5-10. Температура воздуха ночью 12-14, днем 18-20 тепла. Вода в море 19 градусов. Наш выпуск подошел к концу. Редактор Шарипа Шульгина, звукорежиссер Мумина Талиева и я, Камила Макаева, прощаемся с вами. С пожеланиями здоровья и удачи во всем.